Массовое объятие в поддержку животных. В Хабаровске прошла благотворительная акция «Собака-обнимака». Любой желающий мог устроить фотосессию с питомцем, а взамен оставить денежный взнос на восстановление приюта, который пострадал от пожара. Подробности в репортаже Яны Ленкевич. Шейла, иди сюда. У Шейлы дебют в благотворительной фотосессии. Ей всего 2 года. Прежде собака жила в приюте для животных. Там ее и увидела Дарья Никитина. Теперь они вместе и вместе занимаются волонтерством. В этой акции помогают собрать средства для приюта, чтобы и у других собак появился шанс на жизнь и семью. Я тоже пристраиваю, поэтому я понимаю, как это тяжело. Особенно, когда у тебя в приюте около 300 животных проживает. Потому что вакцины, они не дешевые сейчас. И любая собака, которую волонтеры спасают, это на самом деле очень большой труд. Я их прекрасно понимаю. Благотворительной акции «Собака-обнимака» сфотографироваться с питомцами могли все желающие. Всего на фотосессию привели 15 собак. Были породистые – хаски, овчатки, борзые, самоеды и просто дворняги. Акцию организовали сотрудники приюта для животных «Теремок». Они собирают средства для его восстановления. Год назад приют сгорел. Животные не пострадали. Однако денег хватило только для восстановления территории. В этом доме было просто все, что связано с приютом. И морозильные камеры, там, и генераторы, и вся техника, и все, что вот просто, я даже не знаю, лекарства, шприцы. Ну, сгорело, просто уничтожено огнем все, инструменты. Вот, и нам сейчас приходится практически с нуля это все восстанавливать. Количество сделанных фотографий на акции не ограничивали, но взнос был фиксированным. 100 рублей за снимок на телефон, а 200 на профессиональный фотоаппарат. Взнос подтверждался билетом. Вот такой билетик я приобрела, и теперь могу обменять его на фотографию с Шейлой. Держите. Здравствуй. Для приюта это помощь, а для меня фото на память и хорошее настроение. Акция вызвала большой отклик. Пришли более 100 человек. Кто-то с семьей, кто-то с друзьями. Самое главное, наверное, поддержать животных, которые без дома, без крова. Пусть будут сыты, довольны. Все прекрасно. Для детишек все хорошо. Погода, самое главное, замечательно. В Теремке около 80 питомцев. В месяц на их содержание уходит порядка 50 тысяч рублей. С помощью этой акции удалось собрать чуть больше 30. В планах устроить еще одни массовые объятия с собаками. Но уже в мае. Яна Ленкевич, Константин Пестерев, телеканал «Губерния».